Всем привет, друзья! И сегодня я создал новую игру «Найди меня». Это не... Да, это я создал, ребята. И в этом игре вы должны меня найти. Я, ребята, вечером и утром и ночью захожу в эту игру, ребята. В эту игру... Эту игру ссылочку в описании. Да, я ее оставлю в описании. Так, что это у меня? Apple. Так, кстати, это яблочко. И она очень вкусная. Ну ладно, что тут, ребята, я буду тут тусить, да, тусить с вами, разговаривать, чату, то, что в одном видео буду говорить. Если хотите, я вас добавлю, друзья, туда. Ребята, ну, я вам прошу, чтобы я вас добавлю, друзья, вы должны подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать колокольчик, и тогда вы попадете в эту, ко мне, в друзья. Если вы должны быть в игре. Ну ладно. Что тут еще будет? Короче, у меня еще есть вторая игра. Jordal Place. Ну, это обычная игра. Там ничего нету. Да, там пустота. Ну, там сыграло уже 30. Где-то там 22 игроков сыграл мою игру. А вот тут только, ну, 10. Ну да, сразу видно. Я видел, как там играли какие-то люди там. По два человека там играло, теперь никто не играет уже. Ну, ребята, советую ссылочку в описании в эту игру. И, короче, я вам хотел показать еще несколько ваших новостей. Короче, ребята, на моем аккаунте Ротака 42. Там, ребята, я вам скажу одна важная вещь, которая мне Roblox разбанил там аккаунт. Я там не играю почему-то. Не знаю, почему меня не пускают в игру, ребята, но я не знаю, какой там пароль. И я там подбирал пароль в этот аккаунт, и мне ничего не получалось. Google писал то, что они... Да, Roblox писал, это неверный пароль. Я искал и подбирал разные пароли, но ничего не получалось. Либо мне надо хороший комп, чтобы зайти в эту игру. То мой комп не такой, как у вас, если у вас большой комп. Ну, ребята, я посоветую. Ну, в будущем, однако, я буду играть на ноутбуке или на компьютере, если я куплю компьютер или ноутбук. Ребята, а посоветую. На телефоне я уже скоро не буду играть, а где-то на компьютере. И на компьютере там не лагать не будет. На телефоне вам там все лагает, да. Видите, там Madison, вот это... Да, вот эту штучку. Ну, ладно. И разное вот это... Так, ребята, еще новость одна. Потому что постоянно нубик Леша снимает вместо меня ролики. Почему он снимает вместо меня ролики, мне не понять, почему он вместо меня снимает ролики. Я, ребята, извините, если я тут вообще не снимаю ролики. Ролики будут чаще. Не думаю, то, что... Вам понравится этот ролик, и ссылочку в описании в эту игру. Заходите, я буду играть, и вы там пишите комментарии, там разные. Ждите меня. Да. А вы скажете, а во сколько я буду играть эту игру? В плейсе я буду играть где-то там. Ну, например, ребята, я в эту игру буду тщательно играть, ну... Где-то 12 минуток, по 12 минуток я играю, я должен играть, а когда 12 минуток прошло, тогда я уже должен уходить из этого плейса, прощаться с вами, да, можно так сказать. Что, ребята, еще, когда я буду заходить в эту игру плейс, в 15.00, в 20.00 и, конечно, ну, можно сказать, 11.00. Ну, если я не буду таким ленивым спать. О, моя голова! Ай-яй-яй! Ай, застал! Ой-ой-ой, что это со мной было? Видели? Ну да. Окей. Все, ребята. С вами был Жека. И, конечно-ка, игра. Какие еще новости есть? У меня уже новости нету. Ладно. С вами был я. Заходите в тот плейс и играйте со мной. И может вам повезет, я вас добавлю, друзья. Некоторых друзей я удалю. Да, и ссылочку в эту игру. Ладно. С вами был Жека Проблокс. Или It's Жека Проблокс. Всем удачи и всем пока.